В спорткомплексе «Олимпиец» состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению второй международной Владивостокской регаты, которая пройдет в рамках ВЭФ 2023 на острове Русский. Вот мы провели грибной спорт в прошлом году. Я хочу сказать, что это для нас знаковое мероприятие. Почему? Потому что когда был у нас Советский Союз, у нас была программа по развитию грибного спорта, именно академической гребли. И мы планировали использовать Приморский край, акваторию бухты Навик. Планируется, что в соревнованиях на открытой воде в бухте Навик примут участие спортсмены из России, Ирана, Республики Куба, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь. Гребцы будут состязаться на дистанции 500 метров в классах одиночки и двойки. Кроме того, ожидаются заезды восьмерок, которые пройдут в необычном формате. Хотим продолжать, придумывать новые форматы, делать еще лучше эту регату. И, конечно же, вы упомянули уже о сюрпризах. Конечно, мы приготовили несколько сюрпризов, как расширить эту программу. Мы приняли решение дистанцию еще немножко подсократить. Если в прошлом году она была 800 метров, то в этом году мы решили сделать ее чуть короче 500 метров. Мы полагаем, что зрелищности только прибавится от этого. Также он отметил, что это не только соревнования, но и праздник, где спортсмены все вместе смогут передать правильный импульс друг другу. Отметим, проведение регаты включено в план мероприятий по реализации концепции развития острова Русский, утвержденный правительством России. Степан Скляров, Ксения Быкова, новости на восьмом.